Но из плюсов нам теперь больше не нужно вырубать ловушки, и нам не нужно бить пятерых горгулей в конце этого, в конце коридора. Также мы можем напрямую сюда на лестницу бежать. В этот раз я туда дойду не с нулем эстусов. Простите, фляг, или как оно тут называется. Ой, прошу прощения. Спецатаку я не использую, это факт. И знаете что, исправим это. Ну, видите, она не работает. Спецатака плохая. Okay. Спецатака хорошая, зря ее не использую. Не-не-не-не, мои души. Ноль проблем. Вот эту подругу мы не оставляем сзади, потому что она... Потому что она спрыгнет. Иди нафиг, горгульи. Так. Мне нужны мои души. Но еще мне нужна моя жизнь. Поэтому... Знаете что? Так, мертв. С первой попытки. 800 душ. 800? Я, правда, не знаю, опять же, сколько, как левелы качать. Мы так и не выяснили, где прокачка уровней. Впереди рычаг. Впереди рычаг. Точно? Осторожно, пара. Две горгульи, а, да. Стреляет. Перестань стрелять. Йоу, по-моему, эстусы не восстанавливаются в подземельях, когда ты побеждаешь чуваков. Призыв духов. Милка, спасибо большое. Милка, спасибо тебе огромное за 10 подарочных подписок. Спасибо большущее за поддержку. Милка, благодарю тебя. Ребят, будьте добры. Кому Милка подарила подписки, напишите ей благодарность в чат. Я думаю, ей будет очень приятно. Спасибо тебе большое. Благодарю. Точно рычаг. Дверь откроется. Где-то открылась тяжелая дверь. Окей, это шорткат в начале. Оп, какие люди. Дед. Мои души, нет. Варлок, теперь ты можешь вызвать зомби. Нам не нужны зомби. Наверное. Это типа свиток, что ли? Или это заклинание? Призывает духов пяти странствующих вельмож? Или это заклинание? Подождите. Стойте, чат, это снаряжение? Нет. Это спецатака? Как ее... Я не понял, короче, как эти штуки использовать.
Милка, спасибо тебе большое за поддержку. Это заклинание с зарядом? Свиток, короче. Босс. Впереди сторожевой. Окей, босс. Ну, души я потеряю, короче, ну пофиг. О, нет. Цербер, кладбище, дерево, арт. О, смотрите, какая штука. О, кот. Ой. Кот недоволен. Ой. Ой, он такой смешной. Это просто жесть. Страдающие средневековье. Точно оно. Мне жена постоянно это по страдающему средневековью скидывает картинки. Реально он. Нифига у него скорость атаки. Жесть. Точно, натравить вельможи на дракона. Чатва гении. Мы так и сделаем. Этот босс не выглядит супер сложным. Я думаю, мы его потянем. Киса хорошая. Киса отличная. Киса. Вискас подан. Окей, сейчас будет атака. Теперь отходим. Супер ударом ее. Огонь, мы ходим по кругу, по кругу, по кругу. И потом отпрыгиваем. Сейчас будет атака. И теперь супер удар. Хорош. Огонь, да. Жадность, 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 жадность. Это мое второе имя. Задоджил, ни секунды сомнений. Типа вторая фаза, что ли? О, нет. Только не за... не на 10% хп. Классический Dark Souls-овский луз на 10% хп у босса. Не-не-не, мы его делать не будем сейчас. Будем. 100% будем. Нет, не будем. Я передумал. Я жив! Мне нужна мана. Первой попытки. Новая прах высокородного чародея. Это тоже заклинание. Без проблем. Молодец, спасибо. Одобряю послание. Изи босс. Блин, дизайн классный зато. Впереди ягодицы, пальцы сейчас не помешает. Впереди ягодицы, пальцы сейчас... Что? А, понятно. Вернуться ко входу. А, типа... Мужики валяются. Все понятно с теми, кто писал эти сообщения. Звали эту кису или у босса не было названий? Было, но я забыл. Какой-то страж чего-то там. Страж склепа. Так, ну что, у меня есть 1300 душ.
Как прокачать левелы, Чач? Изучить чары и молитвы. Ну, таких у нас нет. Сортировка сундука. Нам это не нужно. Скоротать время. Тоже не нужно. Ну, прокачки уровней здесь нет. А, она была Цербер склепа. Точно, киса была Цербер. Блин, классный дизайн вообще пушка. Мне понравилось. Ну, плюс данж. Зачищен. Пойду посмотрю, что здесь. Глубокий обрыв и много лодок. Там внизу большой мужик с мечом. Ну, кстати, туда я на берег могу спуститься. И дождь. Дождь, йоу. Красивая. Но как качать уровни? Вот мой вопрос. Там на статуе. На статуе гора, на горе статуя. Наверное, если на карту посмотреть, можно найти, куда нам надо. А это что за руины? Нужна хранительница огня. Ну так-то нужна, да, только ее нет. Это магазин и кузница. Я могу катану прокачать. Я имею в виду, мы ее используем. У меня два кузнечных камня. Ну давайте. А, на следующий апгрейд нужно 4? Простите, что? Окей. Все, я с вами ясно. Еще он говорил купить у него... Купить у него... Набор мастера. А это что? Заметка, руны поселения, фляга с чудесным снадобьем. А, мы сейчас подумаем насчет этого. Для создания предметов требуется горшок или сосуд. Вы можете создать столько предметов, сколько емкостей у вас при себе. Для использования емкость сохраняется. Чё? Какое? Крафт здесь? Нет. Создание, вот. Вы можете создавать из найденных материалов предметы. Чтобы научиться создавать новые, ищите справочники. Ага. И где мои рецепты? Пилюля от отравления. А, вот это все рецепты. Окей, можно сделать радужный камень из обломка руин. При использовании переливается цветами, служит указателем. Зелье пальца. Огненные стрелы. Сушеная рябина восполняет потоку здоровья, если скормить во время езды. Поток это, наверное, наш конь будет. Мы явно идем не по плану сюжетки. Огненные горшки. Огненный горшок с веревкой. Костяные дротики. Ну, в общем, пока что ничего особо интересного. Ладно, ну, крафт открыт. Ой, мужик, слушай, не душни. Камон. Ну что? Че смотришь? Начинается. А если я тебя буду арбузить? Как тебе такая вечеринка? Понял, не я один умею арбузить. Он тоже умеет. Ломает стены, а? Не, не та фляга. Вот, арбуз не пройдет, а? Выпустите меня, я передумал. Я хочу домой. Мама! Жесть. Хранительница в замке. Окей, надо добраться до замка.
За арбузить не прокатило. Не, круто то, что такая первая мысль. Ага, сейчас мы его заобузим. Фиг там. Все, мы идем в замок, чат. Хватит меня отвлекать. Вы меня отвлекаете, я из-за вас хожу по всяким непонятным местам. А в замке все еще не был. Пошли его убьем? Я предлагаю сначала замок, если там хранительница, которая нужна для прокачки уровней, то надо ее найти. То мне души тратить некуда. О, это кто? Ты враг? По-моему, это враг. Чат, это враг. Был. Мужик, чё вы тут творите? Впереди нечто потрясающее. Здесь, что ли? В пещере? Хотела спросить, кто пишет эти послания? Другие игроки? Ледяная пещера. Блин, я еще один данж нашел. Мы никогда до замка не дойдем. Послание — это другие игроки. Я тоже могу написать, но я ленюсь. Впереди нечто потрясающее. Волки. Ауф. Ну, блин. Что-то мне подсказывает, что эти волки так просто не сдадутся. Что у нас будут большие проблемы, ага. Нет, я ошибался. Нет, я не ошибался, я был прав. Хил? Ауф? Чё ко мне задом повернулся? Завалили мега волков. А волки сожрали стражников или этих рыцарей, кто они там были? Ну, волки, ну дают жару. Трес горшок. Впереди тайная тропа. Вы достали. Осуждаю. Волки на Конхарта похожи. Еще один Конхарт. Может, это голова? Ну, кстати, у него аватарка похожая в Дискорде, да. Пещерный мох. Волка-босс? Подожди. Ну, ладно, пошли, пофиг. А, волка-босс. Зверочеловек из фарм Азулы. Ну, вот этот чувак, наверное, будет проблемой. Обычно такие вот ребята, которые вот так выглядят в Dark Souls, это большие проблемы. Зверочеловек, стой. Промах. Нифига у него. Чуть ругается. Окей, я промахнулся два раза ультой своей. Теперь не промахнусь. И три ульты минус все хп. Мне это нравится. И теперь надо выпить эстус на ульту. Как-то найти момент. Вот сейчас. Да.
ошибки. Ошибки дабл 2. Вот атака. Изи. С нулевой попытки. Есть еще порох в пороховницах. Это, к слову, о всех, кто пишет, что Варлок руина. Не умеет играть в видеоигры. Я умею играть в Dark Souls. Щит. Ну, типа умею. Нет, не щит. Стоп. Что это мы нашли? Это был рецепт щита? Нет, это была... Этот талисман... О, а, это талисман. Улучшает сопротивление огню. Оу. Так. А где мое сопротивление огню? Короче, непонятно, сколько он добавляет. А он 10 добавляет. Было 19, стало 29. Окей, кайф. Аксессуар, да. Это хорошо, хорошо. Здесь написано секретная прока. Прока? Тропа? Ненавижу. Вернуться ко входу? Что-то еще есть? Кто-то залез на эту штуку. Минус босс с первой попытки. Призрак ездил на коне, который рядом с тем арбузным боссом. Ищем поток конь. Ну да, коня надо найти, согласен. И мы поищем коня. Ну, а нам в замок. Я думаю, нам там дадут коня. Нам там позволят левелы прокачивать. У меня 2000, блин, душ. Я не уверен, много это или мало, но... Намного больше, чем стоит, например, один апгрейд на меч, да? Поэтому предполагаю, что это так нормально. Болт. Взял и положил болт. Кабася? О, кабася. Смотрите, какой хороший. Хрю-хрю. Свин. Хру-хру. Мне нравится система данжей с боссом в конце, простенько со вкусом. Согласен. Отлично. Я имею в виду ничего лишнего, просто данж. Ну, в открытом мире данж, в конце босс. Пожалуйста. Вперед, проходи. А не хочешь, можешь не проходить. Иди занимайся там другими делами. Я думаю, что это враг, да? Лагерь рыцарей. Ну вот там замок. Это похоже на то. Под руинами находится помещение. Ага. Понял, окей. Щитовик с копьем. Намного серьезнее, чем все, что было до этого, да, мой друг щитовой? Если только я тебе за спину не зайду. Ну, если они хотели делать open world, то им, ну, что-нибудь нужно было менять, да? Вот они мини-боссов воткнули в данжи. Отличная штука. И некоторые боссы бродят просто по миру. Тот же чувак на коне, он просто ходит, патрулирует местность. Хочешь, пожалуйста, дерись с ним. Обелиск. О, привет, мужик. Я думаю, мы не хотим агрить. Не-е-е-е-е! Ты не делаешь этого. Окей, он сделал это. Хьюстон, у нас проблемы.
Окей. Большие проблемы требуют больших решений, а? Я переключал флягу. Извините, я переключал флягу. Вы не имеете права атаковать, пока я переключаю флягу. Разве вы не читали современные указания атака? Вы особенно не имеете права. Вы такой большой сэр. Если вы, конечно, сэр. Ошибки были сделаны. Я нажал все кнопки. Ты два копейщика, это нормально. Я хотел сказать нормально для меня. Я не хотел сказать, что это нормально для вас. Простите. Вам понадобится больше чуваков. Что интересно, этого пацана не пробила моя мощная атака. Понял. Ты как калитка, да? Хорошо, давай, я верю в тебя. Ты сможешь. Действительно смог. Два раза смог. А удар в спину разве не должен там быть? Шутки кончились. Сейчас будет мой супер удар. Один удар. Один Джонни Депп. За него даже не восстановили Эстус. Походу, это не считается группой врагов. Кто здесь остался? А, вон там их еще дофигища. Капец. Армейский меч. О, наконец-то у нас есть оружка. Так, новое оружие. Это хорошо. Привет, Варлок, привет, чат, как игра? Привет. А пока вообще отлично. У них есть волки, чат. Окей. Сколько у них есть волки? Я буду их уважать. И не буду сильно наглеть. Бей. Окей. Понял. Дед. Их так дофига. Интересно, если этот лагерь зачистит. Если этот лагерь зачистить, то может быть, тогда они не будут распавниться? Такая большая толпа. Окей, мы в пещере. А здесь не так далеко идти. Покажется, парни с щитами немного тебя контрят. Не, просто против них надо... Я имею в виду, их, наверное, надо парировать, да? Мы можем поучиться парированию. Я не хочу, но мы можем. Щиты обычно отлично контрятся парированием. Есть хорошая тактика закидывать волков на дерево. Она секретная, не палить контору, чач. А если все узнают, что волков можно на дерево закидывать, что мы тогда делать будем? Руины у ворот. Извините, я тут немножко занят. Будьте добры, уважайте мое личное время и личное пространство. Так, где?
Где мои души? Я сдох где-то в той стороне. Вон они лежат. Блин. Как же их дофига. Надо всех зачищать. А там что светится такое? Это что за штучки летают? Окей, мы будем контрить сейчас. Я сейчас сделаю контрудар и все. Изи, смотрите. Смотрите, чат. Мастер парирования. Милка, спасибо тебе большое за 10, за 10 подарочных подписок. Милка, просто... просто легенда. Спасибо тебе большое, Милка, за поддержку. Милка, это победа для тебя. Ошибки опять были сделаны. Бежим. Эту душу надо было забрать. Окей, мы просто будем играть идеально. Победа над этим лагерем для тебя, Милка. Ребят, кому... подарила подписки, Милка. Будьте добры, напишите ей благодарность, чат. Спамьте ваших енотов-некромантов. Что за жесть? Окей, чего не было в дарках, это вот таких орд. А, смотрите, они меня потеряли, чач. Где он сбежал? Куда он делся? Он как ниндзя. Хорош. Оп, один удар. Один промах. Ищите его, светите на него факелами. Чувак, ты достал. Нет, ты достал. Нет, мои души. Ну, прощайте, 2000 душ. F. Ошибки были сделаны. Давайте новый меч попробуем. Пока тут дофига врагов. Армейский меч. Так, обычный, колющий. Качается сила, ловкость, 115 урона. У него критический урон выше, но он не накапливает кровотечение. Он выглядит намного хуже, чем катана. Я имею в виду. Что мне подсказывает, что это будет фигня, но... какая у него обилка? А, это я знаю. Я помню этот меч в дарке. Ты его заряжаешь, потом так делаешь. Бум, сильный удар. Хотя, блин... может быть, это неплохо. Самурай может ходить просто с мечом. Какая самураю разница, а? Самурай может делать, что хочет. Если это с честью. И для победы. Правильно, мужик? Правильно. Извините. Простите. По-моему, меч быстрее катаны. Самурай без катаны не самурай? Самурай без чести не самурай. Катана — это фигня. Катана может быть сломаться в бою. Но честь самурая в бою быть не может сломлена. У самураев вроде особая романтика с их катанами. Не знаю, я такие фильмы не смотрел. Самураи изначально разве не лучники были? Ну, они явно луками пользовались. Здесь, кстати, тоже типа самурай лучником должен быть.
Ну, типа, тебе дают лук сразу. Я его ни разу не использовал. Но его дают. Так, что мне надо сделать, этот трубача вырубить? Наверное, это хорошая идея. А трубач, это вот этот чувак. Вот у него труба. Сейчас мы его вырубим. Все, и бежим. И сразу валим. Супер стелс. О, элитка. Так, вас двое, а знаете что? Ребят, ну, на по одному как-то. Эта элитка не хочет, чтобы ее били в спину. Да. Не одобряет. Задоджено. Станы она тоже не ловит и умеет разворачиваться. F. Что я кликнул? Я кликнул на какой-то клин Марики. Где меня сейчас резнет? Подожди, это ближе. Ау. А когда я успел его активировать? Или он сам активируется? Он, наверное, сам активируется. Знаете что? Верните мою катану. Самурай и его оружие должны быть неразделимы. Как я уже говорил. И мы пойдем в другую сторону. Ну, в смысле, нет, мы зачищаем этот лагерь полностью. Это как босс, только лагерь. К тому же оно называется «Руины у ворот», как я могу. Как я могу это проигнорить? Окей, волк ничего личного, это бизнес. Но ты выбрал не ту сторону. Нифига у них скорость реакции. Братан, братан, братан. Бей копьем, молодец. Yeah. Хорош, только один эстус. И все, сундук? Нифига. Узри сундук с сокровищами. О, какой большой сундук. Надо поставить лайк. Смешно. Так. Где этот чувак? Скрытность? Стелс? Это дохлые? Это дохлые. У, там вниз можно зайти. Знаете что, альтернативно можно чувака с трубой не трогать. Можно вынести всех, и тогда, когда он будет на трубе играть, ему никто на помощь не придет, потому что никого в лагере нет. Как такая вечеринка. Стукни сундук. Сейчас мы сундук стукнем, и ошибки, блин, были сделаны. Оу-оу-оу-оу-оу. Bloodborne. Здравствуйте. Да будет сундук с сокровищами. Реально сундук. Цеп. Цеп.
А чё Bloodborne-овская телега делает в нашей игре? По-моему, это она. Цеп. Дробящий. Йоу. Чё нам не хватает? Нам все хватает. Ловкость 18 нужна. Окей, мы качаем ловкость для этого цепа. Цеп? Именно не просто Моргенштерн, а цеп. Как будет работать оружие на цепи? Я не могу представить, но я очень хочу попробовать. Так что, как только я найду, где качать левелы, мы качаем статы под цеп. Минус один. Сейчас будет минус два. Чувак, не подходи, ты будешь минус два. Куда, что ты делаешь? Остановись. Я предупреждал. Шлем солдата Годрика. Кайф. Годрик. Годрик точно из первого Дарка. Это имя просто от него исходит жесточайший запах Дарк Соулса. Я не помню, кто это, чего это. Чат, спецсейв по Дарк Соулсу. Карта за могилье Запад. Годрик из Дарк Соулса? Предположу, что цепь будет пробивать щиты. Кстати, да. Я Годрик. Максим Сил, ты тут не стрим смотри. Иди, прежде всего, безопасность. Давай, вырубай стрим. Потом в записи посмотришь. Ты там ныкайся. Жесть. У тебя 9 уровень? Ну, тут мы тут начинали сразу с 9 уровня. Ошибки. Нет, мы не проигрываем этому чуваку еще раз. Все. Я принял решение. Я передумал. Новое решение. Мы не проигрываем этому чуваку прямо сейчас. Yes! Фу, какая же ульта у катаны крутая. Это не считается зачисткой? Кто еще здесь остался? Трубач? Ну, кстати, трубача я, наверное, не поймал. А это что такое? Ничего. Эй, трубач, пой и плачь, и хвались игрой. Может быть, мы его поймали? Какая-то руина. А, знаете что? Наверное, внутри подземелья считается. Тоже за группу. Впереди ценный предмет. Спасибо, чат. Да не чат, это враги. Мимик, 100% мимик. Слишком очевидно. Окей, торчит ли у него цепь? У мимиков торчала цепь сбоку.
Нет? Пепел войны, грозовой удар. Точильный нож. Йоу. Подожди, точильный нож это оружие? Нет. Тогда что такое точильный нож? Предмет? Нож для заточки? Предмет для апгрейдов? Может наделить оружие новыми приемами и свойствами? Нифига себе. И скилл новый открылся. Грозовой удар. Один из ураганных навыков грозовой звезд завесы. Ударьте ногой о землю, чтобы ненадолго поднять бурю. Ну окей, но меня... Тем не менее, где моя хилка? Пошли. Мы идем вперед. А, вот он. Вот последний чувак. Сейчас он меня убьет. Не-не-не, фиг ему. Хилка. Фиг мне, видимо. Хилок точка нет. А еще одна повозка из Bloodborne. Армейский двуручник! Огонь. Йоу. Нужно 16 силы. Хочу. Напиши, что тут предмет. Как писать? Я напишу вот здесь, на пригорке. Инвентарь. Используйте для написания посланий в другие миры. Применить. Шаблоны. Впереди. Предметы. Необходимый предмет. Завершить. Создать послание. Хорош. Это маленькая группа врагов, хилка не полагается. Хе-хе. Но я вижу еще одного врага. Вот это должен быть он. Еще один. Хилку, гады. Обломок руин. Вместо хилки. Вон еще. О, их так много. Жесть. Хилки! Джонни, мы богаты. Миссия выполнена. Можно идти в замок. Хороший лагерь. Прикольно. А, здесь все это время был костер, чуваки. Все это чертово время здесь был костер прямо под носом. Окей. Можно было из пещеры не бегать. Я думаю, не так уж далеко прям бегали. О, стоп.
Что? А я души не забрал? Да пофиг. Хранитель очага, наконец-то. Здрасте. Душа, перекресекшая туман. Я Мелина. Оби-Ван? Вместо глаз у нее болты. Ну, точно, вместо одного. У меня к тебе предложение. Наполовину хранительница огня. Слышал ты о служанках пальцев? Они прислуживают двум пальцам и передают погасшим совет и поддержку. К несчастью, у тебя нет служанки. Нет. Я готова ее заменить. Спасибо. Я буду усилять руны. Помогу тебе в поисках кольца. Возьми меня с собой к подножью древа Эрд. И в конце она будет финальным боссом. Можно отказаться? О! Встроенный режим без прокачки? Хардкор, да. Прикольно. Может, концовка другая будет? Отказываемся? Ни при каких обстоятельствах. Мы с вами, ребят, удалим компьютер, если будем без прокачки играть. Наделяю силой рун. Еще один момент. Передаю это тебе кольцо. Костяной свисток. Спасибо. Воспользуйся, если твой путь не близок. Призрачный скакун поток мигом явится на твой зов. Поток избрал тебя, относись к нему с уважением. Чат мы нашли. Мы нашли коня. У нас есть конь. Кстати, мы с ней похожи, у нас у обоих глаза не хватает. Одного и того же. Мы были созданы друг для друга. Пепел войны. Меню пепла войны. Вы можете воспользоваться пеплом войны, чтобы изменить свойства, навыки, оружия. Откройте это меню. В меню месте благодати у оружия может быть один навык, прежде навык будет утрачен. Окей, мы точно не будем менять навык катаны. Потому что, ну его в баню. Да, я могу на нее поставить грозовой удар, но у катаны офигенный навык. Ну, повысить уровень. Во время уровня можно тратить руны и улучшать характеристики. После улучшения характеристик уровень повысится на единицу. Чем выше уровень, тем больше рун. Ну, стандартная система прокачки Дарка. Так, нам нужна была ловкость на 18. О, всех моих душ хватит, чтобы повысить один раз уровень. Разогнался я. А сколько нужно было для... Сколько нужно было для двуруча? Да, я понял. Призвать коня. О, мой бог. Пожалуйста, не этот. Не мешайте. Двуруч. Сила 16. Окей, тогда мы прокачиваем силу сейчас для двуруча. А где девушка? А, она где-то здесь. Сила... А, блин, да 15 тоже далеко. Окей, я буду прокачиваться на цеп, потому что цеп звучит интересней. Поэтому я вкачаю ловкость. Чуваки все реснулись. А, ну души у меня вот это, а души мои? Да. Еще вот 900, знаешь что? Давай еще раз. Повысить уровень, ловкость 17. Бум. Хорош. И время тестить козла коня. Нам нужно поставить коня. Так. Костяной свисток. Воу! Конь спавнится под тобой.
Хорош. Та-та-та-та. Ха-да. Но. Фова. Подожди, но это же разве не чит? Типа. Я не могу вот так вот делать, разве? Как-нибудь, типа, хоп. Ну все, наконец, меня никто не остановит. Тык-дам-тык-дам-тык-дам-тык-дам-тык-дам-тык-дам-тык-дам. Чё, с разбегу? Может быть, не так с разбегу надо? Чуть помедленнее. Понял? Не дурак. Шашкаю на танк. Не, не чит. Я имею в виду, наверное, если приловчиться, можно будет это делать. Вытаскивать, тащить их. Ну, хорошо, что коня дают. Я буду с вами честен, я его никогда не буду призывать. Потому что я не люблю транспортные средства в открытых играх. Я люблю мир исследовать. Ты что творишь? Успокойся. Я люблю мир исследовать самостоятельно, находить секретики и все такое. И все такое. О, большой мужик стоит. Всадник из тебя так себе. Я никогда не использую лошадей ни в каких играх. Я всегда пешком хожу. Потому что пешком ходить намного интересней. Ты находишь много-много-много всего. Вам сюда. Будешь летать без коня не получится. Ну, я имею в виду, там, где нужно, понятно, что его можно призвать. Но я пеший воин, я 100% пехота. Я не кавалерия. Так, чат. Сейчас, одну минуту. Воу, успокойся, самурай. Спидран в туалет. И пойдем бить большого мужика впереди. Поехали. Игра, ты что делаешь? Спокойно.
Поехали. Грозовые врата. Ну что, мужик, спрыгивай вниз. О-о-о-о-о, лучники нечестно. Давай, мужик, на разы. Ай! Давай иди сюда. Наставили лучников, блин. Лучник, ты фигово стреляешь. У тебя стрелы не долетают. Он не пойдет, а? Ну, пристегните ремни. Лучники, они стреляют стрелами, да? Будем арбузить механику убегания от лучников. О мой бог! Я имею в виду, на коне, наверное, можно просто пробежать этих чуваков, да? Я думаю, коня не просто так дали перед этим местом. Типа, садись на коня, проезжай. Или хотя бы быстро до них доехать. Ну и быстро добежать тоже можно. Эх, запрыгивай! Запрыгивай, блин! Закрыто. Фу! По-моему, он завалил кого-то из своих кентов. Чуваки, бегите, он бьет вас. Идиоты. Он и вас завалит. У него вообще нет чести. Стрельщики стреляют стрелами, лучники луками. Мужики, осторожно! Блин, я же вам говорю. Что вы творите? Мы с вами на одной стороне против большого мужика. Они меня не слушают. Остался один лучник. Ты просто доджишь. Ты запрыгиваешь удар с воздуха. И доджим срочно. Ну все, мы с тобой остались один на один, братан. Время пить чай. Под пить чай я подразумеваю время тебя рубить. Или меня. Это было плохой эстус. Хилок? Точка нет. Есть ульта. Две. Три. И он оглушен. Фу. Признай, ты завидуешь его прическе. А я имею в виду, прическа у него топовая. Уничтожен. Молодец, спасибо. Он ничего не дропнул, а? Руна бедняка. Души. Плюс. Руина Эстуса. Плюс. Комок плоти. Это на завтрак. 1300 душ. Можно вернуться и прокачаться, но это не мой стиль. Впереди группа, спасибо. С другой стороны, хилок у меня нет. Ребят, мне там написали впереди группа, а ты тут... Понятно. Трубач. Труба зовет. Они не выглядят супер страшными. Но хилок точка нет, поэтому... А знаете, что у меня есть? У меня есть эстус на ману.
поэтому прощайте. Ты с большим молотком бей. Я тебе зайду за спину и... Арвидерчи. Качни ловкость и возьми цеп. Там под... где-то по косарю уже прокачка. Где-то 1000 душ нужно. Так что надо 2000 нафармить. Мы дойдем до следующего. Оп, нас похилили. Отлично. Хилки доставлены. Осторожно, группа, я уже заметил. Спасибо. Блин, красиво. Вообще мега красиво. Фу, такие скалы классные.